Отже, шановні, ситуація наступна. До грузинського порту Батумі, це вже вдруге, прибув круїзний лайнер з російськими туристами. Круїзний лайнер називається «Асторія Гранде». Ну, ось так, така ситуація, шановні. Поки росіяни вбивають людей в Україні, лише однією ракетою, випущеною по Кривому Рогу, вбито на цей момент щонайменше шестеро людей, серед них – молода мама і її донька. Скалічено вже більше 70 людей. Це важкі травми. Це, щоб ви розуміли, це травми голови, які, ну, взагалі дуже важко лікуються. Так? І це лише одна ракета. У когось в цей момент круїз. Ну, ви розумієте, у них круїз. Вони подорожують Чорним морем. Як зустріла Грузія російських туристів? Ми зараз про це будемо говорити. З нами Нана Небіріїдзе, громадська діячка Грузії. Нано, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, ми з Грузії. Дякую вам. Дякую вам, Мадлоба. Скажіть, какова реакція от візита в этих російських туристів в грузинський город? Ну, наверное, уже последнюю неделю все наблюдают за тем, что происходит на курортном городе Батуми. Это буквально сегодня в половине шестого утра. Ну, как мы знаем, это любимое время россиян. Приплыл еще один туристический, так скажем, в кавычках, лайнер. Это чисто мое субъективное мнение. Мы прекрасно понимаем о том, что это далеко не туристический лайнер, потому что любой уважающий себя человек и гражданин, зная, что его там не ждут, и его там не любят, но они все же пытаются внедриться, влезть, прилететь, приплыть всеми путями для того, чтобы... Я считаю, что это самая настоящая оккупация. Плюс при всем при этом это похоже на... Вы знаете, они пытаются грузинское общество вывести из себя. Ну, каждый раз они, как говорится, получают, простите меня, пожалуйста, по башке. То, что происходит сегодня в Батуми. Грузинское общество. Мы сейчас не говорим о политике, о политических партиях и так далее. Мы говорим о общем, о грузинском народе, который стоит в порту и скандирует, ну, всеми нами любимые слоган «Русский военный корабль, иди по направлению». Ну, как бы так. Нана, а скажите, вот грузинская власть как к этому относится? Они понимают, что это не просто туристический корабль, а что это некая демонстрация, да? Это демонстрация, что да, пока мы убиваем людей в Украине, ну, круизы, все по расписанию, и в других странах нас принимают. А что в грузинской власти, как к этому относятся? Ну, смотрите, опять-таки я скажу, это чисто мое субъективное мнение. Конечно же, они в курсе. Но как вы думаете, какой бы лайнер или какой бы самолет прилетел бы их, так скажем, поддержки или разрешения? Вы знаете, опять-таки я вернусь к тому, что самое интересное то, что, в принципе, правящая партия находится и правит страной уже, так скажем, 13 лет, 10 лет, прошу прощения, но при этом не было, ну, тех инцидентов и тех ситуаций, которые происходят сегодня. И почему-то после того, как началась война в Украине, они в срочном режиме стали заботиться о русских туристах, разрешать авиасообщения, и плюс еще приплыли непонятные, опять-таки скажу в кавычках, туристические корабли. Ну, все говорит за себя. Нана, вы меня простите, пожалуйста, я еще спрошу про грузинскую власть. А как вы считаете, вот политики, грузинские политики активные, они понимают, что на двух стульях усидеть очень тяжело? С одной стороны, Грузия провозглашает свой курс на вступление в Европейский Союз и в НАТО, а с другой стороны, мы видим явно такие рудименты пророссийской политики.
Вы знаете, я отвечу немного с юмором. Наверное, надежда умирает последней. И поэтому они считают, что, может быть, я же не знаю, я же не сижу у них в головах. Я не знаю, о чем они думают. Мы просто видим о той ситуации, которая происходит в Грузии. Ну, можно представить, что да, они думают, что так будет удобней. А теперь о том, как, собственно, люди, которые пришли на этот протест, как они встретили круизный лайнер с российскими туристами. Буквально сегодня, когда попытались, так скажем, россияне, туристы, я еще раз говорю, я полностью абсолютно уверена, что это далеко не туристы. Ну, хорошо, давайте их называть туристами. Они, когда сели в автобус, протестующие закидали их не только бутылками, яйцами, но и мусором. И это ответ того, что, опять-таки повторюсь, грузинское общество и грузинский народ для них, для нас это неприемлемо. И те высказывания в кавычках туристов, которые говорят, что «А что? Вы сами нападали на Абхазию?» Ну, вы же понимаете, что это их нарратив, это их политика и методички. Я еще раз говорю, я больше чем уверена, плыв из Турции в Батуми, они проходили инструктаж, что они должны говорить, как они должны говорить, как они должны реагировать и так далее. И да, вы хотите мне сказать, что это туристы? Они этот инструктаж проходят уже десятилетиями. Им Соловьев проводит этот инструктаж с экранов телевизоров. А скажите, что известно, какая дальше программа у этих псевдотуристов, за которыми, скорее всего, кроются и сотрудники российских спецслужб, да? Какая у них дальше программа? То есть, когда приходит круизный лайнер, они должны обеспечить какую-то культурную программу, там куда-то в какие-то музеи повезти людей, да? Ну, в конце концов, дискотеки, рестораны, ну, в круизах как люди отдыхают. А что запланировано в Батуми? Существует ли такая программа? Будут ли этих псевдотуристов, среди которых, наверное, хватает и ФСБшников, водить по городу, да, что-то рассказывать, экскурсоводы, да? Как это все выглядит? Смотрите, вы сейчас рассказали сценарий, так скажем, нормального круиза и настоящих туристов, которые приплывают в разные страны, действительно интересуются культурой, кухней и так далее. Я не знаю, что их ждет, но я больше чем уверена, что грузинское общество будет ходить у них по пятам, и я не думаю, что у них будет сегодня веселый вечер. Ну, самое очень обидное, вы знаете, в том плане, что грузинская полиция при всем при этом, вы, наверное, знаете, сегодня около 25 человек было арестовано, и очень больно смотреть на все это, и очень страшно слышать то, что грузинские полицейские хватают своих же граждан ради кого? Непонятно ради кого. А что инкриминирует полиция тем, кого она задерживает? Ну, это, скорее всего, будут административные штрафы и так далее. Но факт остается фактом, согласитесь. Да, факт крайне неприятный. Я хочу добавить еще один момент. Очень неприятный. Буквально после нашего эфира я постараюсь узнать максимально информацию о том, что также была задержана и гражданка Украины, молодая девушка, которую посадили в кортеж полицейской машины и увезли. Слушайте, ну тут, конечно, есть опасения, как бы украинская гражданка не оказалась там, где и другой украинский гражданин Михаил Саакашвили. Да, то есть вы считаете, ей грозит нечто более серьезное, чем административный штраф? Нет, я не думаю, но, конечно же, это очень неприятный инцидент, и поэтому после нашего эфира я постараюсь узнать о ситуации, которая происходит с девушкой из Украины. Расскажите, а что вам известно, как реагирует вот этот десант, да, который приплыл к вам в Батуми, не называю их туристами, да, ну, скажем так,
граждане России, как они реагируют на все происходящее? Они же очевидно видят, что их здесь не ждут и их не хотят. И этому есть объяснение, потому что грузины прекрасно видят результаты войны России в Украине, это во-первых. Ну и, наверное, помнят о том, что Россия оккупировала 20% грузинской территории. Как реагируют вот эти российские граждане? Но я опять-таки говорю, мы с вами как бы сейчас говорим на одной волне. Мы же понимаем, что это ненормальные туристы. Вы бы, допустим, приплыли бы в страну, где вас не любят и не ждут. Вы бы сошли на берег, вы бы пошли бы гулять, вы бы пошли бы в ресторан или проводили бы время, или вообще вы сели бы в этот круиз, поплыли бы в нем? Я думаю, что нет. Я об этом и говорю. Вы понимаете, какая категория людей и, так скажем, какое качество этих россиян, так скажем, которые приплывают туда? Я опять-таки повторюсь, за последние, я не знаю сколько лет, это первый круизный лайнер, который приплыл в Батуми. Вы серьезно? Нана, а скажите, вот сейчас пришла такая идея в голову. Поскольку грузинская власть открыла двери для россиян, которые прилетают самолетами, машинами приезжают, вот сейчас на круизном лайнере приплыли. А как вы считаете, грузинское гражданское общество может обратиться к туристическим операторам с протестом, да, чтобы они изменили маршруты движения своих туристических круизных лайнеров? Смотрите, буквально сегодня, если я не ошибаюсь, сегодня вышла информация, но это пока на уровне информации о том, что якобы причал Батуми порт, он снят с этого круиза. То есть они будут плавать из Сочи, по Турции и так далее. Ну, давайте подождем, посмотрим. То есть такая информация есть, конечно же. Ну, у вас, кстати, есть информация, какому судовладельцу принадлежит этот круизный лайнер? Нет, к сожалению, я не владею такой информацией. Как-то я даже и не задумывалась, потому что при всем том, что происходит сейчас в Батуми, и для меня сейчас главное – это безопасность моих граждан, моих друзей и, конечно же, тех украинцев, которые проживают в Батуми, а их там много. Нана, мне доводилось бывать у вас в Батуми, в прекрасном, очень красивом городе. Я его так сравнил с французскими Каннами, с этим променадом, с прекрасной набережной. Да, а вот по вашему мнению, какие перспективы были у Батуми до вот этой переориентации на российских граждан, которые к вам сейчас прибывают? Вы знаете, мы абсолютно спокойно, счастливо жили, со своими проблемами, со своими плюсами, со своими минусами. Но сейчас все очень сложно. Я не раз говорила о том, что уже в течение, наверное, больше года, зайдя в любой грузинский ресторан, грузины требуют грузинское меню на грузинском языке. И это неприемлемо. При всем при том, что они все прекрасно знают, что они оккупанты. Они все прекрасно знают, что 20% территории они оккупировали. Но опять-таки говорю, я не представляю, как можно, зная, что тебя ненавидят, и туда лезть. Это не прилет, это не приезд, не приплытие, скажем. Это просто наглое вмешательство в нашу страну. А, да, при этом 20% сейчас и украинской территории оккупированы, и оккупанты не останавливаются, продолжают убивать людей. Скажите, но приходится слышать и следующее, что вот россияне везут вам деньги в Грузию, и, может быть, бизнес скрипит, им это не нравится, но деньги есть деньги. Вот что вы скажете? Вы знаете, я хочу сказать, что россияне — это та категория людей, которые за свои деньги не то что в Грузию поедут, они ездят по всему миру. И им абсолютно как бы наплевать — это Грузия, Европа, Америка или что-либо. Им главное, что свой комфорт. И самый интересный факт — то, что даже зная россиян, которые живут в Европе и в Америке, они продолжают
пропагандировать и скандировать о том, что слава там России и так далее. Ну, это менталитет. Это менталитет. Я считаю, что это уже на уровне ДНК. Это все сложно. С этим все сложно. Да, вы знаете, я вспоминаю вот по поводу меню на грузинском языке в грузинских ресторанах в Грузии. Конечно, это звучит парадоксально, но я помню эту историю, это видео, когда Ксения Собчак там пыталась вставить мозги вашему ресторатору и рассказывая, как все должно быть обустроено в Грузии. Вот скажите, я Грузию запомнил настолько дружественной Украине с множеством украинских флагов. А что сейчас происходит в связи с тем, что много граждан России в Грузии? Это при том, что вас, грузинов, на самом деле не так много. Вас там немного больше 3 миллионов, да? Вы чувствуете Совершенно верно. Да, вы чувствуете это российское присутствие у себя в стране? Конечно, конечно. Выйдя в центр города, практически 80% мы слышим речь исключительно на русском языке. Также открываются школы на русском, русские школы, русские детские сады и так далее. И поэтому я хочу вернуться к Ксении Собчак. Я хорошо знакома с этим парнем, это потрясающий парень. И он рассказывал, у меня была возможность с ним побеседовать, и он говорил о том, что когда она брала у него интервью, он отвечал ей исключительно на английском языке, а она ему задавала вопросы на русском, хотя ну, мы все прекрасно знаем, что она хорошо владеет английским языком. И он говорил о том, что она настолько близко стояла, говорит, ко мне, то есть вот этот прессинг был, вы знаете, вот она стояла, и мне, говорит, приходилось потихонечку отходить назад, потому что она постоянно, говорит, как бы прессовала меня. Ну вот опять-таки это одна из таких российских фишек, так скажем, как можно манипулировать людьми. Ну они же больше ничего не умеют. Ну, вы знаете, я наблюдал сегодня следующее видео с причала, куда прибыл этот лайнер, когда российский гражданин вам в лицо кричал: «Да, я русский, и я этим горжусь». А у нас параллельно мы сейчас разбираем завалы жилых домов, в которых россияне убили цивильных, да, гражданских людей. Они сегодня убили в Кривом Рогу, например, молодую маму с ее дочкой. Вот такая военная победа российская, можно сказать. И у меня это наложилось, эта картинка наложилась одна на одну. Вот эта гордость, в том числе и за войну, которую ведет Россия. А скажите, вы видите эти проявления в Грузии, да, поддержки этой войны, не знаю, там, какая-то Z-символика, еще что-либо. Вы это ощущаете? В первую очередь, конечно, я хочу сказать мои соболезнования всем погибшим за весь период этой войны. Это, конечно же, это неприемлемо. По поводу символики я скажу о том, что вначале были какие-то, так скажем, прыжки, кто-то там хотел что-то показать, что-то доказать. Но опять-таки говорю, грузинское общество, мы давно страдаем от этого всего. И поэтому, слава Богу, и спасибо огромное грузинскому народу, обществу, что они не дают возможности им как бы расслабиться. Но опять-таки говорю, вы правильно сказали, я как раз тоже смотрела эти кадры, как он кричал, что я русский. Вы можете себе представить, насколько нужно быть наглым и насколько нужно быть бесчеловечным, зная, что тебя ненавидят и тебе скандируют и кричат о том, что след за кораблем, в тебя швыряют все, что находится под рукой, и он все равно продолжает скандировать и кричать «я русский». Ну, опять-таки говорю, это вот та категория, которую сейчас решили прислать в Грузию. И нужно понимать, что вот это большое количество российских граждан, ведь для вас это мина замедленного действия, которая может быть активирована в любой момент по приказу из Кремля. Я просто вам напомню, во время оккупации Крыма Путин сказал: «А мы вперед пустим мирное население, женщин,
и посмотрим, как они будут стрелять. Да? Вот просто, чтобы вы понимали, что такое большая концентрация российских граждан, которые во время чумы, во время того, когда их страна убивает людей, они себе путешествуют и организовывают круизы. Да? Это нужно понимать. Скажите, наверное, мой финальный вопрос. Что будем делать с евроинтеграцией Грузии? Ну, цивилизация не должна потерять вашу страну. Страну, которую Россия пытается прибрать к рукам и делает это абсолютно очевидно. Я отвечу так. Может быть, вы помните, когда грузинский народ вышел к парламенту, это было 7, 8, 9 марта, когда мы вместе отстояли закон об иноагентах. И буквально 10 марта выходит видео о том, что стоят три непонятных мужчин в полумраке, и они, значит, обращаются к Путину о том, что защити нас, мы россияне, которые проживаем в Грузии, и нам нужна поддержка. Я еще раз говорю, вот этот маразм, у него просто нет предела. Ну а то, что интеграции мы продолжаем отстаивать, как говорится, нам не привыкать отстаивать свои права, свои позиции. Как-то так. У вас есть надежда, что под вот этим прессингом российским Грузия сохранит свою свободу и независимость? Мы все делаем для этого. И уже не первое поколение, поверьте. Уже, наверное, в моей-то жизни, наверное, уже третье. И я прошу прощения, я хочу воспользоваться вашим эфиром. Я хочу поблагодарить. Я восхищаюсь вашей рапперисткой, спортсменкой Ольгой Харлан. Это бесподобный человек. Почему для меня это важно? Потому что я сама бывшая спортсменка, я чемпионка Европы, участница Олимпийских игр Сиднея по прыжкам в воду. И ее поступок, и ее жест, он не был фальсифицирован. Это было настолько естественно. Я поддерживаю ее, и я благодарю ее за это и весь украинский народ. Дуже дякую вам. Дуже дякую, и я, знаете, вам скажу, что в Украине Ольга Харлан стала просто национальной героиней, хотя утратила именно вот этот турнир, да, потому что ее сняли с турнира, ее дисквалифицировали. Она ничего не утратила, она наоборот приобрела. Да, правда. И, кстати, получила олимпийскую лицензию. Ожидаем на олимпийское золото. Нана, спасибо вам. И я хочу поблагодарить Грузию за тех грузинских добровольцев, которые сражаются в составе Збройных сил Украины и бьют российских оккупантов на фронтах. Это тоже очень важно. Нана Небериідзе, шановні, громадська діячка Грузії, з нами була на зв'язку. Нано, дякую. Мадлоба. Дякую вам. Дякую. Дякую. Шановні, дякую вам за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До швидкої зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.